Фраза о том, что чем дороже, тем лучше, уже давно не актуальна. В сети фирменных магазинов «Николаевские» доказывают это на деле. Понимать своего покупателя и удовлетворять его потребности – приоритетное направление в работе магазинов. Качество продукции подтверждают сертификаты и многочисленные награды. Также немаловажную роль играет цена, которую в магазинах «Николаевские» стараются сдерживать на довольно низком уровне. Стоит отметить и широкий ассортимент доступных товаров – мясо, птицы, масло, молока и других продуктов питания. Сеть магазинов «Николаевский» стремится к тому, чтобы полностью удовлетворять запросы покупателей. Мы много лет выстраивали качественную политику, а теперь работаем над ценовой. И приятные изменения уже можно увидеть на наших ценниках. Еженедельные акции и сезонные скидки привлекают в магазины все больше покупателей. Так отпраздновать майские праздники «Николаевский» предлагает на природе с сочным шашлыком из свинины, разные виды которого стоят всего по 199 рублей. На пикник можно приготовить отличные бутерброды с вкусной колбаской. Порадует цена на ряд колбас «Сибирский стандарт» всего 55 рублей за 500 грамм. Ну а заботливые хозяйки возьмут на вооружение тот факт, что цыпленок-бройлер стоит всего 99 рублей за килограмм, а масло по подсолнечная масленица всего 47 рублей 90 копеек. Так все-таки почему магазины «Николаевский» так популярны у жителей Улан-Удэ? Потому что этот магазин, он пролегает по пути к моему дому, поэтому мне удобно в него заходить. А как цены? Ну, в принципе, такие реальные цены, в принципе, удобные. Я бы не сказала, что прямо такие вот дорогие цены. Достойное качество продуктов, доступные цены и отличный сервис. Все это выделяет сеть магазинов у дома «Николаевский» из общей линейки многочисленных предложений. Убедитесь и вы. Марина Непомнящих, Дмитрий Алимов, Вячеслав Батоев. Первое альтернативное.